мне весна прислала почтой судьбоносное письмо, где огромным дирижаблем управляет свой дракон. Время спрятаться в квартире, время защитить свой двор. Пусть милым рай в шалаше, мне в доме милый лишь ковер. Завтра я дома, но дома ли я? Мы все знакомы, но не друзья. Завтра я дома, но дома ли я? Так думала я. Завтра я дома, но дома ли я? Мы все знакомы.